нас, я читаю о том, как под Бородино, тоже недалеко от Бородино, когда проводили раскопки, нашли несколько трупов, ну, естественно, скелеты уже там, наших. И рядом с одним из скелетов лежит такое ружье однозарядное, не винтовое, типа пищали. Производство начала 19 века. Это примерно то, чем были вооружены наши солдаты под Бородино в 812-м. Одна из модификаций. Надо при этом понимать, правда, что это однозарядного ружья вот такой штык. В 70 сантиметров почти. Страшное оружие, между прочим. И такое было ерничество у журналиста, что вот в то время как немцы уже почти придумали атомную бомбу, у них были там Фау-2, про Фау-2 у них были сильно позже, там в голове мусор у тех, как правило, у, так сказать, тех, кто об этом пишет. А эти, значит, там с ружьем 812 года, да-да-да. Вот я вот, честно, вот увидел бы этого автора, вот плюнул бы в лицо ему. Потому что, понимаете, мы должны в ноги поклониться, в ноги упасть на колени и в ноги поклониться тому патриоту, который, может быть, с витрины музея взял это ружье и пошел с ним против немцев.